Привет, ребятушки. Чуть было не начала без вас что-то готовить. А потом вспомнила. А где ж мои пацаны? А вы на зарядке стоите. Гену я на проводе. Сейчас пока чищу яблочко и расскажу, что будем делать. 17:00. Сидим. А сладенького-то хочется, душа просит. А если душа просит, надо что эту душу? Уладить. Поэтому так мы и сделаем. В общем, смотрите, что у нас есть. Одно яйцо. Здесь у меня в одинаковых пропорциях 3/4 стакана, да? Рикотта, мука. Ну так, сахара поменьше, 100 граммов. Сразу его сюда высыпаем. Щепоточку сольки. Обязательно. Растительного маслица. Немножко. 30-40 граммов. Ей-богу, без рецепта, потому что дома даже нет весов, ребята. Поэтому все сюда бахкаем. Не стесняемся. Не надо отдельно яйцо взбивать, отдельно еще что-то делать. Даже не надо это было по стаканам рассыпать. Просто ложкой все набрали. Меньше посуды мыть. Ну, я вам так приблизительно, чтобы пропорции показать. Это будут такие, как рикоттные маффины с яблочками. Понятно? Поэтому мы сюда обязательно добавим корицы. Единственное, что, знаете, у меня почему-то нет разрыхлителя. И говорят, сейчас в магазинах проблема с дрожжами, с разрыхлителем. У меня есть обычная пищевая сода. Обычный уксус. Можно лимон, можно уксус. Я возьму уксус, он у меня под рукой стоит. Добавлю сюда где-то 1/2 чайной ложечки этого добра. Кстати, если у вас нет в магазинах дрожжей, а вы пекарь и печете хлеб, ну сделайте вы закваску. По-итальянски это называется madre lievito. И все, и у вас проблемы все решены. Я сюда еще 4 черносливчика добавлю для цвета, для радости. Половинку яблочка измельчу. А половинку оставлю, чтобы приукрасить. В общем, все делается очень-очень быстро. Усего накидали, усе перемешали. Сейчас яблочко сначала вот так, а потом мы его блендонем. Даже если оно останется немножко кусочками и упадет к вам на пол, то ничего страшного. Да, Гаша? Он меня прощает. Он за мной следит, и он меня прощает. Сейчас сделаем резкий вжик. Не добавляю я ванильку, потому что я решила добавить корицы. Вот так. Дырки большие в этой штучке. Вроде бы она, скорее всего, что для соли. Так, Маша, пойди посиди на другом столике, пожалуйста. Пока тут Лилёк все это блендонет. Вот так вот. Ну шо, вжик. Все, а вы боялись. Сейчас только даем ему сюда стечь. Ну, такая масса у нас получается. Жидковато немножко, да? Ну, пропечется, ребята. Ей-богу, пропечется. У меня формочки низенькие, поэтому наполняем формочки. А в это время включаем духовку. 180 градусов ставим на вентиляцию, потому что нам надо, чтобы изнутри потянуло нашу выпечку. В общем, зажигаем огонь. Формочки у меня вот такие. Ничем я их абсолютно не смазываю. И наполняю почти до верха.
Сейчас мы яблочками их немножко приукрасим сверху, эти маффины. Можно прямо на решеточку складывать, ну, чтобы они более устойчиво стояли. Мы их поставим на противень. И это вам не жареные сырники, да? Это вам запеченные в духовочке маффины. В меру сладкие, я попробовала. В общем, должно быть вкусно. Вот. Распределились. Приблизительно. Приблизительно одинаково. Так. И берем яблочко сейчас тоненькой стружечкой. Вот так вот нарежем. Мальчик режем как-нибудь. И лепесточки этих яблочек. Вот так вот повставляем. Как вам кажется, сойдет? Не обязательно яблоко. Можно грушу. Но яблочко у меня такое кисло-сладкое, само туда просится. Бомбезное яблочко. Ну что, 20 минут. А по перпендикуляру. А по перпендикуляру. Ну, еще маленький кусочек. Все. Поехали. Наверное, не очень видно. Но они растут. Яблочко туда упало в серединку, видите? Только 5 минут прошло, еще рано. Зазвенел звоночек. А ну-ка, аккуратненько. Ушами не хлопаем, но я думаю, еще на пару минуточек оставим. Пусть еще чуть-чуть подрумянится. Я по всем запахам слышу, что надо отключать. Отключать. Не то сгорим, ребятки. Ну-ка. Ну-ка. Лепешечки. Выходи на свет Божий. А? Ой, красавцы. Ой, красавцы. Вот тут внутри вроде бы как еще чуть-чуть дышащее тесто. В одном только. Остальные пропеченные. Видите? Ну, давайте еще на минутку оставим в горячей духовке. Просто так. Просто так. Один, который был потолще, оставила еще в духовке буквально на 3 секунды. А эти вполне готовые. Видите, какие красавцы. Ну, сахарной пудрой посыпать не буду. Куда? Куда? Какой сахар? Вот она, последняя румяшка выскочила. Но эти уже приостыли. Можно попробовать их вытянуть. Как вы там? Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Низ пропекся, переворачиваем. Надо ждать ему остыть чуть-чуть. Лилюк же ж нетерпляча. Все, ставим чайник, убираем. Они темненькие, потому что там же чернослив, понимаете? Чернослив внутри. Пропеченные, вкусненькие. Яблочко. Вообще бомба, мягусенькие. Пошла я пить чай, ребятки. Стыдно признаться, ребята. Вот это завтра кофе оставила. Один. Каждый из нас потрудился на славу. Она мне посуду помыла. Ну, а я ж налопалась. Ой, как бегемот, господи, прости.
Господи, прости. Так хорош пищать, я ж уже знаю. Все, ребятушки, на этом всем пока. Завтра перехожу на горячую воду. Ей-богу.